И всем привет, с вами мистер Феникс, и сегодня мы продолжаем играть в Subnautica, это уже пятая серия. За кадром я нашел модификационную станцию, наконец-таки, и сейчас я буду улучшать свои ласты, нож, может еще что-то. Во, у меня теперь красивый ножик, который сразу все поджигает. Фрагмент костюма. Надо. Будет постройка новой базы. Я еще не до конца уверен, где. Но я думаю, что можно сделать ее вот здесь. Чтобы туда можно было безопаснее спускаться. Надо тут хорошее место бы еще найти. Подальше от этих вот змеек плавающих. Тут есть же такое место, верно? Я думаю, что вот тут можно. В принципе, тут довольно далеко от них. Они меня не будут бить. Так, ресурсы я взял. Так, многоцелевая комната. Так, люк. Куда бы тебя поставить? Ну, его только в стены ставить можно. Понял. Внимание! Я взял ресурсы еще на биореактор. Выработка кислорода отключена. Поэтому тут теперь будет энергия. Только вот чем бы его запитать? Так, я думаю, что одной рыбки не хватает. О, магнетит. А, я знаю чем. Вот этим запитывать буду. Вот, все оказывается так просто. Энергоснабжение восстановлено, все основные системы активны. Так, сейчас пометить тут радиомаяком надо. Так, база в грибной пещере. Вот так вот. Добро пожаловать на борт, капитан. Ой, на радио что-то пришло. Не знаю, что сюда можно поставить. Но сюда надо будет, наверное, поставить стыковочную шахту. Я здесь буду хранить краба, чтобы он мог добывать здесь литий. Так, стыковочная шахта, титановые слитки. Ага. Изготовитель я сейчас не могу сделать. Ладненько. Тогда, получается, мне надо сейчас обратно поплыть. Ой. Обратно поплыть. Во-первых, радио прослушать. Во-вторых,
построить сокровищную шахту наконец-таки. Так, а где выход? А вот выход. Та ё-моё. Так сразу там, наверное, надо пометить другим цветом. Вот так вот. Добро пожаловать на борт, капитан. Торпеды могу сделать. Только оно мне сейчас не надо. Так, рыбу я тогда сюда засуну. Магнетит сюда. Так, что там нужно было? Говорит спасательная капсула 4. Мы приземлились недалеко от Авроры. Плавсредства раскрылись, но в воде рядом с нами огроменная рыбина, и я не знаю, сколько мы еще продержимся. Мы близко к месту крушения, так что прихватите защиту от радиации. Конец связи. Координаты сигнала повреждены. Приблизительное расположение источника передачи записано в базу данных. Но они в любом случае умерли бы от радиации. Так, четвертая капсула. А, там данные повреждены. Ну ладно. Так, стекло для окна еще надо взять. Стыковочная шахта, титановый слиток еще нужен и свинец нужен. А вот свинца у меня нет. Капец. Так, мотыльки, у меня там еще титан есть. Этого должно хватить. Так, смазку я не взял. Ага. Так. Получается, нужно еще один свинец. Думаю, это будет несложно. Наверное. Так. Известняк. Ой, не известняк, там песчаник. А где? Ладно. Ну, это известняк, тут медь. А где песчаник? Угу. То есть теперь я не смогу найти свинец. О, пожалуйста, пусть тут свинец будет. Отлично. Прям то, что нужно. Так, теперь все у нас такую очную шахту есть. Я думаю, я успею до вас доплыть. Выложить надо. Не думаю, что мне понадобится. Ну и в принципе все. Главное, чтобы у меня там база не развалилась. Это будет как-то нехорошо.
Так, аккуратненько, не врезаемся. Очень аккуратненько. Так, теперь это построить надо. -5,6 прочности, ё-моё. Мне кажется, если я сейчас поставлю окно, то все развалится. Ну как тут можно без окна? Я хочу смотреть на этот вид. Ну, в принципе, нормально. Так, что тут по реактору? А, да? Он уже все потратил. Только вот на что, интересно? Видимо, от типа семян тоже зависит, сколько они генерируют. Так, я не знаю, надо было сюда тащить еще на изготовитель ресурсы или нет. Думаю, что нет. Так, наверное, надо бы переборку сделать. Так. Титан и силикон. Да мне, в принципе, её даже ставить некуда, так что смысла в этом особо нет. Угу. Ладно. Не знаю зачем, но база здесь будет. Я думаю, надо сплавать ко всем капсулам, посмотреть, что у них там вообще происходит. Так, мне не нравится, что все потемнело опять. И музыка начала такая криповая играть. Как они так много наносят урона? У меня же даже усиление корпуса есть. В чем у вас смысл был тогда? Так, капсула 19, 300 метров. Угу. О, рубин. Так, это кварц. Ладно, возьму. Так, рубин. Ай. Эти штуки и тут. Так, гелеобразные мешочки я тоже возьму. Много всякого полезного. А, тихо. Так, семена твои мне не нужны. Так, гелеобразный мешочек. Это нам надо. О, капсула времени. Открыть капсулу времени. Капсула времени the end. Конец. Ага.
и там лежал постер. Еще один. С котенком. То есть у меня сейчас есть второй предмет, который не возобновляем. Класс. Стоп, что? А! Тут эта штука плюющаяся. Я думал, я ударил кварц и чуть не сдох. Капец тут рубинов, конечно. Литий тоже полезно. 30 секунд. Тут есть еще что-то? О, зарядник для энергии ячеек. Тоже полезно. Синтезирован новый чертеж. Так, ладно, пора валить на мотылёк. Так. Тут как-то очень темно. Я ничего не вижу. Так, сейчас еще и вроде ночь. Да. Не могу сориентироваться, где я. Так, капсула 19. Как к тебе попасть? Вот сюда, по-моему. Да. Теперь уж точно тут. Вот и капсула. О, ящик. Так, что там? Баллон сверхвысокой емкости. Синтезирован новый чертеж. Местонахождение сигнала загружено в КПК. Новые данные интегрированы в КПК. Так, постер я, наверное, уберу вот сюда. Кварц. Еще одно устройство энергоячеек. А я что, не изучил прыгунов, что ли, до сих пор? Капец. Ай. А еще КПК. Новые данные интегрированы в КПК. Серебро. Неплохо. Что тут светится? Ладно. Офигеть, тут кварца. И рубины еще. Так, ну получается все, тут больше ничего интересного в этой капсуле нет. И ресурсов тут тоже вроде особо нет. Так, известняк. Титан. Нет, спасибо, не хочу. 30 секунд. Получается все. Так, где еще капсулы есть? Так, стоп. Я увидел кусок сланца. Еще литий. Класс. Так, а я вот это изучал место или нет? По-моему, я не был в этом обломке. Ага. Значит, резак нужен. Сейчас распечатаем. Как же долго оно режет. Микроскоп нерабочий. Система пожаротушения циклопа. Это полезно. Еще одно устройство заряда энергоячеек. Маленькая колба для образцов. Там даже не написано, что она нерабочая. Так что я, наверное, возьму.
Синтезирован новый так, чертеж. Это я уже изучил. Все? Тут больше ничего интересного нет? Капец. В этом обломке я вроде был уже. Был же, да? Вроде был. Но я на всякий случай проверю. Хотя тут ящик с водой. О, дверь. Опять модификационная станция. Когда мне нужно было, я не мог нигде найти. О, это нам надо. Синтезирован новый чертеж. Это очень полезная штука. Так, тут еще больше ничего нет. Ага. Ладненько. Так, как делать этот костюм? Два алмаза, синтетические волокна. А они как делаются? Так. А я что? Мне нужно изучить, как они делаются? Серьезно? Да ну не. Быть такого не может. Так, что-то как-то мне не хочется плыть 2 километра до другой капсулы. Так, наверное, закреплю этот рецепт. Вот так вот. Так, дом, милый дом. Сейчас надо будет добро пожаловать на борт, капитан. Так. Ремонтный инструмент. Наверное, надо побольше шкафчиков сделать, а то у меня уже не хватает места. Теперь места по шкафчике не хватает. Где весь мой титан? Так, сколько там нужно? 2 штуки. Так, рубин. Я их в отдельный шкафчик положу. Так, рубины. Красненькие такие. О. Так, органика сюда. Правда, тут не поместится. А нет, поместится. Так, еще один постер я повешу над кроватью. Так. Бесполезный стеклянный контейнер я поставлю вот сюда. Так, для
кварца тоже будет отдельный шкаф. Так, все сюда сложить надо. Так, медь забираем, золото тоже забираем. И это все разложим по отдельным шкафчикам. Медь сюда. Цвет пусть будет желтенький. Золото тоже сюда. Цвет тоже будет желтенький. Все, теперь у меня всегда должно хватать места. Так, синтетические волокна. Как они делаются? Кажется, мне действительно надо будет сейчас искать их рецепт. Ну, ё-моё. Как так? Так, наверное, я поем тут всякое. А то у меня много всего лежит. Так. Так. Что-то я хотел сделать. Окей. Теперь мы плывем в зону кровавых водорослей. Вроде так она называется. И вроде она должна быть где-то вот в той стороне, в которой я сейчас плыву. На юго-западе. Так, здесь я был, мне нужно дальше. Она должна быть где-то поблизости. Так, я вроде уже должен был приплыть. Тут обломок есть даже. Может, в нем что-то интересное есть. О! Это мне надо. А, фокусированная пушка костюма краб. Даже так. Так, я понимаю, в этом обломке что-то будет интересное. Синтезирован новый чертеж. Так, наверное, я на мотыльке лучше поищу вход. А то как-то не хочется задыхаться. Повреждения растительности на морском дне предполагают, что это место может быть путем миграции огромной природной формы жизни. Так, что это? Улучшение камеры приманок. Синтезирован новый чертеж. Фигня? Ну ладно. Так, вход. Где? Вот. Так, я понимаю, это какой-то большой отсек был. Так, это я открыть не могу. Ничего интересного я тут не вижу. Ага, если что, спуститься по лестнице. А тут что есть? Еще одна пульсионная пушка. КПК. Так, лазерная леса. Что же может скрываться за этой дверью? Генератор щита циклопа.
Вот это нам надо. Синтезирован новый чертеж. Фармер костюма краб. Это, по-моему, для ленивых, кто не хочет идти в Аврору и там изучать крабов. Так. Так это ж кусок Авроры. Ну. Да, это кусок Авроры, но просто... Это вроде именно кусок... отсека крабов. Так, ну тут вроде больше ничего интересного нет. Отсюда можно выплывать, пополнять кислород, пока я не задохнулся. И снова можно идти сюда по лестнице. Что тут есть интересного? Ага, тут ничего интересного нет. Ладно. В таком случае я буду продолжать плыть. Опа. Это страж был? Да, это кажется страж был. Главное, что он меня не видел, потому что это страшно. Так, мне кажется, я куда-то не сюда приплыл. Но это разве зона морских, ну, то есть кровавых водорослей? По-моему, это зона куш вообще, нет? Так, якорный кокон. Что ты такой и зачем ты есть? И тебя добыть даже нельзя? Серьезно? Так, мне нельзя здесь глубоко опускаться. Ой, там страж. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что-то, мне кажется, я немножко ошибся адресом. Ой. Внимание, превышена максимальная глубина. Повреждения корпуса неизбежны. Здорово, стражи. А что вы тут забыли? Кажется, из-за того, что сейчас ночь, я не смогу найти то, куда мне надо. Потому что здесь везде слишком темно. Так, ладно. Тогда я просто поплаваю здесь, поизучаю, что тут есть. Угу. Вот, зона кровавых водорослей. Вот, тут кусок Авроры даже есть. Да ё-моё, почему здесь везде стражи? Ладно, я хочу его изучить. Просто я понимаю, что если я к нему подойду, он меня начнет грызть. Йоу, здорово, страж. Ты хороший? Я чё-то как-то даже передумал к нему подходить. Ну, да. Да. Так, мне кажется, выходить из мотылька была не самой лучшей идеей. Надо починиться. Так, я, наверное, на мотыльке не смогу полностью туда опуститься. Тут слишком глубоко. Вот это проблема. Ну, в принципе, моя цель — это подобрать вот это вот. Так. А просканировать я это могу? А добыть я это могу? Ой, это что такое? О! Глубинные грибы. Это мне надо. Возьму пару штучек. Так, что-то этот соп как-то много места занимает. Ты еще что такое?
Тебя добыть можно? Ясно. Нельзя. Мне сейчас страшно из-за того, что начала играть опять какая-то крутая и одновременно криповая музыка. Это ж не просто так. О, фрагмент ядерного реактора. Только где я уран буду находить? Фрагмент бура костюма краб. О, это очень нужно. И всего лишь два фрагмента нужно? Неплохо. Так. Надо всплыть, пополнить кислород. Я так и не нашел вход. Где? Тут вообще вход сюда есть, нет? Тут серьезно нет входа или я просто слепой? Вот, я вижу, туда можно попасть. А, да? То есть все было так просто. Все, у меня теперь есть бур, костюм, краб. Синтезирован новый чертеж. Все очень даже просто. О, рука захват. Это типа крюк-кошка. Тоже полезная вещь. Ядерный реактор. Так, а это что? Гидролокатор циклопа. Короче, я все нахожу только на циклоп. Мне надо его сделать. Синтезирован новый чертеж. Так. Вроде тут больше ничего нету. А, нет, есть. Последний фрагмент реактора. А. Синтезирован тут новый еще чертеж. Куча. Так. Синтезирован новый. Конечно, чертеж. Это все классно, но мне нужно выплывать отсюда. А то я что-то как-то заблудился. А, да? Тут все это время был проход. Добро пожаловать на борт, капитан. Новые данные интегрированы в КПК. Так, здесь я был. Здесь ничего интересного. Это все ядерный реактор. Ага. А по вентиляции что есть? Так, здесь я тоже был. По-моему, я уже был в таком же обломке. Так, запечатанная дверь. Что же здесь может быть? Так, стоп, я ж только что здесь был. А. Ну, понятно. Так, а как бы выбраться отсюда? Я заблудился чуть-чуть. Самое интересное то, что в Subnautica все транспортные средства имеют предельную глубину. Но вот почему-то человек не имеет здесь предельную глубину, на которой он начинает умирать. Что довольно странно. То есть я могу спокойно на глубине в 1 километр находиться, когда мотылёк на этой глубине уже развалится. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Я чё-то передумал их изучать. Не, ну урон, конечно, у них не маленький. Я все еще хочу тебя изучить.
дай тебя изучить. Но не дерись. Не дерись. Не надо. Валим. Я его протаранил. В регионе обнаружены многочисленные жизненные формы биофан. Что бы вы ни делали, вы уверены, что это стоит того? Нет, я не уверен, что это стоит того. Обычно после этих слов нападает жнец. Но я вроде так же сюда и плыл, нет? Я, кажется, немножко не туда поплыл. И я сейчас буду рядом с жнецом плыть. Ох, дело плохо. Ох, все очень-очень плохо. А нет, все хорошо. Я уже почти вернулся домой. Окей, это было немножко страшновато. Так, чертежи. Ага, бензол. Сетчатое волокно. Так это я прямо сейчас, получается, могу сделать костюм. Мне будет практически плевать на весь урон. Я смогу даже жнеца убить ножом. Аккуратно стыкуемся, не разносим добро мотылёк, пожаловать на борт, капитан. Как обычно. Сейчас буду отремонтировать еще. Вот ремонтный инструмент. Отлично. Так. Топливный стержень реактора. Используется для работы ядерных реакторов. Там нужны кристаллы на 100 рана. У меня такого нет. Так, мне еще нужно будет сейчас заняться грядками. А у меня титана нет, серьезно? Да быть такого не может. Так, водичка. Водичка есть, но она скоро закончится. Так, сетчатое волокно. Ага. И два алмаза. Как раз два алмаза есть. Так, теперь вот это вот. Как это открепить? Ладно. Вот, укрепленный костюм ныряльщика. Байка хорошо. Так, получается. Самосканирование бы еще сделать. Тут ничего интересного. Я могу сделать баллон сверхвысокой емкости. Я смогу долго дышать, но он меня очень сильно замедлять будет. У меня вроде есть литий. Я могу себе позволить. Вот, у меня много лития. 4 штуки есть. Я надеюсь, что я об этом не пожалею. Это у меня... Сколько кислорода будет? 225.
Офигеть. Правда, единственный минус то, что я теперь медленный. Хотя, в принципе, морской глайдер это компенсирует. Я все равно на транспорте буду перемещаться. Так что, да. Так, у меня тут уже ужин, кажется, готов. Из огромного количества рыбок. Идите сюда. Тоже иди сюда. Ай. Мне кажется, столько рыбы. А нет, не зря. Просто надо бы еще остановить немножко воду. Офигеть, их тут накопилось, конечно. Ага, я теперь могу ваншотать кусак. Неплохо. Все, я нажрался. Так, а что тут оно всасывает? Что? Зачем оно такую маленькую рыбку? Что? Рыбка была маленькая, я ее зажарил, она стала огромной. Классика. Так, надо бы зарядить батарейку. В лазерном резаке вы ее тоже зарядите. Я не знаю, куда деть масляной сок. Его же для чего-то еще можно использовать, кроме бензола, я думаю. Но у меня нету тут места. Хотя, в принципе, можно сделать вот так. Отправить кислотные грибы в мусорку. И положить это вот сюда. Так, разные батарейки. Ремонтный инструмент. Угу. Открепить все. И сейчас еще раз прикреплю краба тогда. А может пусковую установку, пусковую платформу Нептуна сразу сделать? Почему бы и нет? Хотя нет, у меня титана нет. Мне слишком лень еще и на это его добывать. Так, где вообще весь титан? Он вроде как есть, а потом его вроде как нет. Так, обязательно сохраниться надо. Мало ли. Это что за... Что это сейчас было? Ой, здорово, сталкер. Иди сюда. Вот бы они еще зубы свои дропали, конечно. Было бы вообще классно. Ага, рыба камикадзе, получается, на сталкера напала тогда. Геноцид сталкеров. Так, ладно, туда я не поплыву. А, и, конечно же, должно было стемнеть, когда я ищу металлолом. Металлолом, в принципе, должен быть здесь. Стоять.
Так, я тебя не хочу есть, ты невкусный. А, да, уже день. Ну ладно. На этой планете получается несколько раз, может быть, ночь, день, в день. Так, халявный титан. Так, что тут есть? И есть ли тут вообще что-то полезное? Ага, я тут не был. Новые данные интегрированы в КПК. Только тут особо ничего и нет. У меня такое чувство, что с этой дверью вообще ничего интересного не будет. Ну да. Ну хотя бы титан. Уже лучше. Так. Интересно, что будет, если я ската убью? А чё он такой живучий? Я запрещаю тебе жить. В нем ничего прикольного нет. Ладно. Там написано было то, что мне нормальное будет при температурах высоких, что-то как-то нет. Я проверил. Меня обманули. Вообще не защищает. Так. Металлолом. Наконец-таки. А для чего мне нужно... А, я хотел титан, чтобы сделать грядки. Я буду выращивать глубинные грибы и водоросли. Добро пожаловать на борт, капитан. Так. Перерабатываем металлолом в титан. Так, что тут с электроника? Зачем? Так, пещерную серу. Так, в смысле, как я это открыл? Ладно. Так, золото. Сюда. Нет, не сюда. У меня для этого есть отдельный сундук. Шкаф. Вот так вот. Так, грядки. Так, внешние модули. Наружная грядка. Почему мне кусака так много урона наносит? Я в костюме, который защищает почти от всего. Да, поместилась. Так, тогда я сюда посажу грибочки. Я ж надеюсь, они меня сейчас не убьют. А, ну да. Так, кто меня... Где эти кусаки? Так, у меня еще три грибочка есть. Отложение соли мне бы сейчас найти. А ну вот оно. Так, получается, теперь я смогу сделать соляную кислоту. Вот соляная кислота. И потом можно будет полианилин сделать, потому что с него можно будет сделать... Еще там что-то. Так, золото.
что я могу здесь сделать? Да, в принципе, ничего интересного. Так. Единственное, что я помню, что можно сделать из этой штуки, это... модуль эффективности двигателя. Угу. Или система периметральной защиты. Даже не знаю, что лучше. Ну, скорее всего, модуль эффективности двигателя. Так, только мне микросхема еще для этого нужна. А для микросхемы мне нужно две меди, золото и пластинчатый коралл вроде. Ой, он у меня один остался. Плохо. А, два даже коралла нужно. Вот это проблема. Так, вот это я, пожалуй, возьму. Вот это я тоже возьму. И вот это я тоже, пожалуй, возьму. Так, получается. Получается, вот это я посажу сюда. Это я тоже сюда посажу. Мешочки тоже. Но все теперь оно, по идее, растет. Так, стоп. Глиобразные мешочки, они... Ага, их вот так надо. Что происходит с моим персонажем? Ну, понятно, что я заражен. Так, пластинчатый коралл. А что, не регенится, что ли? Блин. Какой шанс того, что я все кораллы соберу на безопасных отмерах? Так. Ну, все, что мне получается осталось сделать, это сделать усилитель двигателя. Так, микросхема. Начала эпичная музыка играть. Это хорошо или плохо? Ну, по идее, он теперь должен быстрее плавать. В общем-то, показалось, что морской глайдер сейчас сам зарядился на 1%. У меня на глазах. Видимо, показалось. Так, водоросли растут, грибочки растут. Так, дыни. У меня же еще тут дыни растут. Так, это мы съедаем. Тут до сих пор на этой дыне держится весь реактор, что ли? Или я просто не особо сильно трачу энергию? Так, это мы положим сюда. Надо бы, наверное, краба сделать. А у меня есть литий на это. А у меня на это нет лития. Что ж. Ну, а на этом мы будем заканчивать. Всем удачи и всем пока.